Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Don't Starve, Ship Wrecked. И у нас уже время идет к ночи, как бы. И это, по всей видимости, магма. Да, это вулканическая порода застывшая. И это, походу, какой-то небольшой остров. Или он просто продолговатый. О, кстати, респаун. Отлично. В общем-то, играем, продолжаем играть в DLC свежевышедшее, которое еще, правда, в раннем доступе вроде как. Но здесь уже много-много нового контента интересного, с которым мы продолжаем знакомиться, узнавать что-то новое постоянно. Так, сейчас стемнеет. А, так, стоп, Айкан, ты не можешь добыть магму, да? Чем мачете? Ну, вряд ли. Что нужно? Возможно, хаммер. Кто его знает. Сейчас будем тестить, ладно, давайте поставим. Нет, стоп. Дроп, нет. Так, ты что, сюда, что ли, устанавливаешься? Так, стоп, куда ты устанавливаешься? Воу! Нет. Новый странный предмет. Так, ты не дропайся мне, ставь. Нет. Может, в эту землю? Не? Не очень понятно мне, куда он ставится. Ладно, будем разбираться по ходу. Пока что давайте костерок. Подкинем полежка. Так, кокос. О, да. Вот что-то так себе не восстанавливает медузка. Смотрим, 63. 82, тоже не супер, кстати. Ишенка. Непонятная слизь с камней. Она около 12-13 восстанавливает, как мы уже выяснили. Давайте ей воспользуемся. Ну хорошо. Чем тебя рушить? Погнали, хаммер. Нифига не хаммер. И не ты. Какие у меня варианты? Топор? Че, неужто топор? Нет, не топор. Возможно, фиг знает что, на самом деле. Какой-то осветительный прибор. Но он, возможно, на какой-то другой борт. Куда-то он, возможно, ставится. Ну, блин. Куда? Опять же. Ладно, мы пока что не можем этот странный непонятный предмет собрать, но... Зато мы можем... Раздолбать вот это. Свиные попы нам пригодятся. Зараза, не хочешь. Ладно, семечки. Давайте свиные пока разберем. Надо где-то базу придумывать, кстати, да? О базе. Может быть, на том острове, где мы изначально появились. Но, опять же, нужно золото. Все уперлось сейчас в золото. Чтобы найти его, нужно обыскать, как минимум, ближайшие острова. Возможно, на этом острове есть уже то, что нам нужно. Пока что я... А, вот! Аллилуйя! Хорошо. Наконец-то научная машина появится. Что очень здорово. Давайте осмотрим весь островок на предмет разного. Все, что ли, один камень? Так, вино хотя бы сплету. Да ладно, у нас рассудок немножко просел. О, пускай восстанавливается теперь. Травы можно собрать. Цветы нам пока не нужны. О, мандрагора. Мандрагора. Будем ее иметь в виду. Ты кто? Потато. Потато. Тато-потато. Еда. Хорошо. Или на этом прям острый базу разобьем. Как вариант. Так. Обезьянка. Ну или не разобьем, ну ее нафиг. Это вот какое-то странное дерево. Это по идее вариант жуткого дерева получается, да?
Так, счет. О, змея. Так, ладно. Обезьянки, змеи, все понятно. Подкушаем еще чуток. Бамбук есть. Ага, перешеечек еще один. Где еще золото? Где вы от меня прячете золото? Ветки я, да, пожалуйста, беру. Ну и сейчас в любом случае будем обосновываться. Вот где. Конечно, не угадай, где обосноваться получится. То есть, ну, наиболее удачно. В любом случае, лучше как минимум построить машину эту научную. Изучить нормальную сумку. Ну, посмотрим, в общем, ладно. Сейчас этот островок оббежим. И ничего другого не остается, как строиться здесь, скорее всего, начинать. Возможно, тут и имеет смысл несколько таких промежуточных баз делать на островах, потому что, ну, блин. Плавать здесь приходится часто, как минимум. Как минимум часто. Так, давайте срубим дерево. Дров нам понадобится. Шишки, яйцо. Понятно, это все, конечно. Так, еще. Яйцо, конечно, хорошо, но успеем собрать. Давайте мачету добьем. Чтоб она нам не занимала место. Да, зараза, ты че? Живущая мачетка. Все, минус. Хорошо. Почему бы не на этом островке в самом-то деле? Вот что это за камни, блин, с магмой? Давайте на более-менее... О, попугай. Хорошо. Так, наш плот здесь. Ну, давайте вот чуть-чуть поодаль от всего. Чтобы нас пожар не настиг. Ничего такое. Здесь и респаун есть. Возможно, это хорошая идея, ладно. Так, начинаем. Оп. Научная машинка. Давайте костер продвинутый. Сходу. Ну и дальше поехали. Доски надо. Для этого надо дров больше. Для этого нам надо... Что? Нам надо делать... Да, у нас только эта вариация. Ну ладно. Нам нужна сумка. Ага. Хорошо. Значит, надо повыкидывать немного лишнего. Сейчас мы это все подберем. Эта сумка нам больше пока что не понадобится. Блин, а как так ее выкинуть? Целое дело, блин. А, пускай так и валяется, фиг с ней. Да хара ее хватать, угомонись. Так, дальше что у нас там по плану? Вот эти экзотические ресурсы все сюда. Пока что. Сейчас мы придумаем, куда это все пристроить. Топор сюда. Ну, окей. Давайте вот эту штуку приготовим. Какой-то сладкий потато. Ну, хорошо. Я ж не против. Дальше. Для готовки еды. Что мы тут можем? Стик. Это нам не нужно пока что. Что-то выращивать мы пока тоже не планируем. Да, тоже ничего не доступно. Даже более-менее продвинутые вещи. Ну тут дрова нужны. То есть надо идти за дровами, но сейчас ночь. Поэтому пока что знакомимся с возможными видами построек, что мы сейчас можем сделать. Вот, что-то мы уже можем. Так, окей. Это все понятно, это все ясно. Это что-то новое.
Так, вот камень какой-то из кораллов. А это что? Так, вот эти две штуки нам тоже понадобятся на самом-то деле. Ну и из обычных вещей доски для того, чтобы построить наш сундук. Сейчас немножечко рассветет, и мы пойдем этим займемся. Нарубим дров, чтобы было куда что сложить. Так, в магии вроде ничего нового особо не появилось. Но вот здесь есть какие-то вещи. Но все упирается в веревку, в общем-то, и в дрова. Веревка еще нужна. Давайте веревку. Хорошо, сейчас у нас уже почти что расцвело. У нас, кстати, с едой небольшая проблема. Но сейчас мы и яйцами как минимум разживемся. Вот здесь вот леса тут много. Сейчас нарубим. Пойдем по дровосечам. Так, Вилсон уже бородой немножко оброс. Ага, сохранилась игра, хорошо. Ну, давайте рубить. Что нам остается делать? Кирку пока уберем. У нас тут разные... Воу! Ты что, издеваешься, да? Так, посмотрим, что из змеиной шкурки делать можно. Так, мясо монстра. Возможно, пригодится. Шишки. Ну, там мы можем насадить, попробовать. Поэтому, ладно, пособираем. Давайте, еда. Еда тоже нужна. Сейчас побольше дров нарубим. В идеале, наверное, два стака. Если получится. Ну, я думаю, что бы не получится, да? Я яиц, еды. Так, цветы мне нужны пока что. Надо еще мочатку сделать. Всякого вдруг... Оу! Так. Четыре... Ой-ой! Я три раза даже успеваю атаковать. Змей не особо опасный противник. Понятненько. И валятся они довольно часто. То яйца, то змеи. Они, видать, за яйцами лазят туда. А мы их туда... Оп! И сбросили. Конечно, они не особо в восторге. Змеи. Ну ладно, что теперь? Кто там звуки такие издает? Попугай, что ли? Разговорились. О, что это за фигня? Монетка. Дублоны какие-то. А тут интересно, поселение свиней, это есть ли что-то в этом духе? И зачем мне дублоны? Вопрос, да? У меня инвентарь весь забит. Так, это мне... Давайте скушаем. Не особо нужно, ладно. Воу! Опять змея. Ты чё? Давай мясо монстра. Ну и последнее деревце вот это. Да что ты берешь цветы? Давайте срубим и пойдем. Сундучок. Построим, скинем туда то, что нам в данный момент не нужно. Ну и попробуем еще что-то новое построить. О, бананы. А, давайте скушаем. Ладно, окей. Все, пойдемте пока что. И вот что интересно, тут с домиками обезьян. Тут, по всей видимости, за место свиньи обезьян, наверное, есть король обезьян. Интересно. Будет выяснить. Пока что нам нужен сундук. Куда его поставить? Ну, где-нибудь поудать чуток. Пам-пам. Так, нет, сначала нужна доска еще одна. И сундук. Сундук чуток поудаль. Вот сюда, наверное. Давайте вот эти всякие ресурсы сюда. Вот это непонятное. Свиная вот это. Это вот вроде как активно используемые остальные. Ну, эти сейчас мы посмотрим. Ну, так, свиная попа не понадобится. Я, по всей видимости, что-то допострою. Что такое вообще? А, броня. Туплю. Так, ок, броня. Копье. Ядовитое копье. Пока что могу только обычное.
Давайте тоже сделаем. Дальше поехали. Так, тут надо этого нарубить. Хорошо. Тут нужна алхимическая. Здесь я могу, но нужны три доски. То есть надо опять эти рубить, короче. Да, окей. Дальше, что у нас тут? Ага. Алхимическая. Так, алхимическая. Для алхимической нам надо золото больше. Вот как минимум. И, кстати, шапку поросячью я могу? Вполне себе. Но для этого мне опять же нужна веревка. Ну да, и не только веревка. Ладно. Пока все сюда скинем. И что? Сходим сюда вниз. Попробовать убить, не попробовать убить. Но, возможно. Так, вот эту штуку тоже сейчас заберем. Так, стоп. По всей видимости, она, наверное, вот так используется. Оп. Нет. Непонятно. Ну да ладно. Пойдемте еще нарубим. Может быть, на магму на эту как-то ставится? Ага. Конечно, бредовая идея, но вдруг. Давайте пока что добудем еще ресурсиков. Нам, чтобы дальше продвинуться, надо как-то разжиться разным полезным. А то мало ли что может с нами произойти. Ну, много ли, скорее всего, тут много чего может произойти. Кстати, мачете нужна. Определенно, без мачете ты никто в этих местах. И надо... Оу, да, конечно. 1, 2, 3, 4. Отлично. На здоровье полное. Со здоровьем у нас проблем абсолютно нет. Да... Что такое? Что-то вы так часто падаете. Иди лесом. Ладно, берем мачету в руки. И... Давайте что-то сделаем уже полезное. Да ё-моё, цветочки. Серьезно. Так. Ну еще ладно, одно дерево. Потому что нам не хватит. Нам надо три доски, по-моему, или хватит. Но в любом случае мы успеваем, по-моему, до темноты. Воу. Или не успеваем. Еще дублон. Не знаю, зачем дублоны, но раз есть, то соберем. Бегом, 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 пока не стемнело. А, шишки, шишки будем жечь. Шишки, шишки, шишки. Нафиг все шишки. Сюда, дублон, шкура. Ок. Яйца наприготовим. Давайте подкушаем. Быстренько так оперативно. И сколько мне досок нужно, чтобы вот эту фигню сделать? Где-то там. Три доски. Ок. Поехали. Что нам это даст? О, это нам даст более крутую лодку. Замечательно. Апгрейд лодки. Что мы там еще можем? Стреврол. Это одежда? А, нет, это поспать. Да. Это поспать. Само собой. Так, а эту фигню, быть может, кстати, я могу установить на эту лодку. На плот не мог, а вот на лодку смогу. Как, какие у меня на это шансы? Да, у меня тут вот есть возможность апгрейда. Оп. Ух ты ж, как круто. Хм. Берем. И руль еще можем какой-то заапгрейдить. Вообще крутяк просто. Ха-ху. Ну, прям... Забавненько они сделали. Ну окей, чтобы понять, как вот эту фигню добыть. Было бы, наверное, совсем здорово. И куда нам пристроить кораллы? Давайте что сделаем. Пойдем, наверное, попробуем обезьянок поубивать.
Да, что нам остается. И, возможно, здесь вот еще посмотреть что-нибудь. Потом сюда вернемся. Нам надо золото. Нам надо золото. У нас дублоны есть, всякое такое есть. Хорошо, идем тогда на обезьянок. Но это уже будет следующая серия. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.